все-таки все эти плитки, сантехники, шум и грязь, я решил переквалифицироваться и перейти, может, на сторону тренеров и массажистов, что я умею это делать довольно хорошо. Нету работы, лично у меня нету, может, у кого-то есть. И я весь инструмент распродал, насобирал металлолом. У меня сейчас в багажнике куча, у его туча металлолома, латуни и просто металла. Я сейчас поеду сдам и посмотрю, сколько на это будет денег. До Нового года пару дней, сегодня прекрасный день, чтобы пойти в зал потренироваться. Тут латуни килограмм, я думаю, на 10. А тут металла килограмм, я думаю, на 20. Приехал в заготовительный пункт. Он что-то как бы не работает. Едем в другой заготовительный пункт. Написано до 7, они не работают. Или сегодня понедельник и выходной, не знаю. Я сделал вчера видео по поводу зала Атила, который снимал где-то год или полтора назад. Но дело в том, что мне написали сегодня, что этот человек, директор зала, который там говорит и так далее, слова эти все в начале видео, в конце, он уже продал зал, и зал принадлежит другому человеку. Я такой, блин, целый день потратил, и оказывается, что этот человек уже не работает, как бы, ну, сейчас придется переделывать. Походу, я сегодня свой металлолом, который у меня куча в багажнике, его никому не надо, я не сдам. Потому что сегодня 24 число, все нормальные люди отдыхают. Привет, Фрей, смотри, что я тебе купил. Смотри, что я тебе купил. Будешь такое? Будешь? Конечно же, будешь. Да будешь ты у меня принцессой на Новый год. Фрей, смотри, что у меня тебе есть. Кушай, кушай! Это все тебе! Что, ты дурак? Йо-хо-хо! С Рождеством! Сегодня 25 декабря, всех с праздником! Я свой металлолом не сдал ни вчера, ни сегодня, потому что праздничные дни, они не работают. Значит, у меня не будет как такового праздника. Не за что будет купить кусочек торта или что-нибудь еще поесть, так что... Буду сидеть дома. Уже 2 часа дня, дети играют, весело им, снег, ждем завтра. Ну пока я ночью проснулся от шумов, я думаю, вы это тоже слышите. Такое ощущение, что тут кто-то хотел ли, был. Фига себе. И окно открыто. Christmas, everybody! Merry Christmas! Нифига себе! Я в шоке, ребята. С утра встану, смотрю все. И как бы глупо это ни звучало, никогда не сдавайтесь, и всегда есть за что-то зацепиться, есть какой-то выход. Я был в этом году практически на краю, что-то потерять и что-то изменить. Я очень многое потерял в этом году. Дружбу, любовь, силу, здоровье. Ну, как-то я собрался и я заслужил киндер. Боже мой, как это приятно. И да, Фрэн, нам надо сдать еще металлолом, чтобы доехать до дома на Новый год. Да? Спасибо вам всем, что... что вы есть, и держитесь до последнего. Конечно же, не оставлю вас без киндера, то есть без подарка, что внутри мне самому интересно. Я же 1000 лет не открывал, триллионы лет не открывал киндеры. И мне в самом киндере попался киндер. Фрей, смотри, у меня получилось. Фрей.
Прикольно, да? Еще раз всех вас с Рождеством. Сегодня 26 декабря и с наступающим Новым годом. Спасибо всем тем, кто живет и кто радуется жизни и не отчаивается. Благодарю вас. А чего вас благодарю? Я не знаю, просто так. Уважаемый Санта или Дед Мороз, я буду себя вести в следующем году очень хорошо. Дай мне, пожалуйста, сдать этот металлолом сегодня. И сейчас, вот рядом, чтобы далеко не ездить. Хоть какие-то деньги меня спасут, и я смогу доехать, наверное, до дома. Спасибо. Ворота открыты, сейчас пойду узнавать, что они там примут, что не примут. Мне почти повезло, я за мешок этого металлолома получил 5 рублей. Ну, я рассчитывал рублей на 7, на 8 или на 9 даже. Ну, ладно. Сейчас эти пластмасски надо ломать, раскручивать и сдавать, так что буду ковыряться. Я очистил от примесей всяких чужеродных латунь. Вышла у меня столько вот латунь, не знаю, хотя бы на пару килограмм что было. И тут остатки, не знаю, будем проверять. Ну, а этот мусор потом выберу. Выберу, выкину. За металл я не знаю, сколько там килограмм, но 5 рублей это там нормально, килограмм 20-30 вышло. 5 рублей. И за латунь 5,7 килограмм, по-моему, вышло. 25 рублей. У меня 30 рублей, я рассчитал чуть больше, конечно, но...